Володь, дай кепку, плюс. Мерси. Давайте сейчас, ну как бы, не сказать, что принципиально с точки зрения результата игра, но хотелось бы победить, и в первую очередь хотелось бы кайфово сыграть в свой футбол. Потому что сейчас понедельник хорошо очень играл от, ну, от контроля мяча на своей половине поля, но дальше у них особо ничего не получалось. Сейчас как бы не факт, что типы будут так же играть. Что, будьте готовы к тому, что будет жесткая рубка. Мы на выезде играем? Мы дома играем. Я приглашаю, погнали. А какая команда? Сильная, слабая? Не знаю, Байтман и Спортс. Честно, вообще не знаю, кто это такие. Они играют, ну, судя по лиге, в которой они играют, не очень сильная. Но, как бы, я бы не сказал, что на ВПГ тут есть какая-то большая разница между командами. Все плюс-минус хорошо. Это кубок, так что если мы в ничью сыграем, не выходите. Погнали. Британцы. Последний пинг. Хорошо. А как? Ладно. Дай скажи. Как до него дошло это, блядь? Офсайд, сука. Хорошая комба была. Бля, нахуй они эти прически в ульте добавили? Просто все как, блять. Через заброс сделаем. Клоуны, да? Да, не то, что вот я. Ну, кроет, блять. Да, в целом, не так. Ладно, я подойду. Вы еще вперед просто кидайте. Сбегайте по центру, по правому. Сейчас они выйдут чуть-чуть больше. Я там в офсайде все. Блин, надо было направо просто кинуть. Почему-то вот у меня так мяч не поднимает игрок, как вот у понедельника. Я пойду. Через полполя он кидал так сладенько. Может, там обычным забросом он делал? Может быть. А мы на Люба встали или нет? Тут не надо. Нам не надо, мы платим деньги. Понял. Поближе откройся чуть-чуть здесь, чтобы Саша не мог пролезть. Фейковал замах и фин запилил еще. Ой. Через дом давай разверни. Мог вперед сыграть, ладно. Пойдет. Здорово. Правильно, нормально. Хорошо. Давай, ну, мощный. Вратарь подходит, поэтому попробуйте. Раз, два, три, ближе к 16. Дарк есть. А, блять, я уже пас нужен. Там таран включился. Они меня вообще оставили просто. На фланге есть с тобой, ага. Можно еще вернуть. Дом, да. Пизда. Хорош, пас. Можно вернуть. Я пришел. Сори, я могу, конечно, закидывать, я вижу, что там, ну, блять, я не знаю. Давайте. Ой, блять, сори. Если хотите. Просто я боюсь, что у меня так хуево пойдет на форвардом. Ну, да не, в этой игре не так важен. Погоди секундочку. Волну в тайминг. Да, тут не так важен скилл заброса. А ладно, я думал, ты побежишь, сорян. Там дырка была. Вообще гений, нахуй.
Есть? Нет, тут уже. Хорошо. Эх, сожрали нормально. Хорошо. В ножке осторожно и попробуй, ага. Спокойно прими. Хорошо. Хорошо. Бля. Блять. Да иди нахуй. Че это за блять? Дресня, отобрал, но не отобрал. О. Вот Игорь тоже отобрал, но мячик немножечко улетит. О! Леонидом навесил, чтобы вратарь не взял, а вот Утюгин взял. Сука. Да, если он на мяче там, блядь, что не делал. Что через себя бьет, блядь. Ага, понял. Леня, спокойно. А, его. Хорош, пойдет. Само спокойствие. Не ладно, не ладно, не оставляй. Че, отпустимся немножко. Пустились, блядь. По-царски. Попробую. Принял его, блядь. Ну, блядь, ну почему не внутрь? Ну, вот фифа такая. Сейчас. Обосрать. Там, блядь, отлетел мяч. Ноги дал. Ой, что творит? Если будете назад скатывать, здесь увидите навесик там. Они. Просто в тайминг надо попасть, потому что я один на один не выиграю у него, но если на опережение выиграю. Давай право сейчас. Отлично. Оп. Ой, неплохо делал. Сейчас что, блин, происходит? Я думал себе под труэлочку, бля, чиповник. Бля, фланг был свободный. Если нажимаю перевод, блядь, игрок начинает кочевряжиться 2 секунды, блядь, как будто я бы замах делаю. Бля, я вообще без мяча. А, фланг. Ну, я попробовал бы заброситься. Давай. Ну давай, я заброшу. Не, куда? Иди, Дим, выше, я сам попробую эту хуйню. Ну давай я останусь, типа все впереди духа народа. Хорошо, давай. А типа как будто со мной разыгрываешь. А, блять, ну блин, это на полторы, сука, полосочки. Почему так сильно? На две вешать. Так, помолитесь за меня. С тобой есть. Вынес. Ама. Безопаснее. Ну, а что делать-то, блять? Блин! Не, вот эта хуйня, которая происходит. Блять, один катит между трех рукой просто, блядь. Что-то предлагал там сделать. А надо было вдвоем катиться в коробку подкатную выбрать. Не-не-не-не, до этого момента. А, да? Просто мы все поднимаемся, просто обрезка и пизда обратно, нахуй. Да не, лэнгти и перк помогают. О, сон продался, Стерштеген. Нормально, нормально. Там монета капает, блядь. Прибыль 8 миллионов уже. Блядь. Куда Бутяж со своими? Он все Бутяж перестал? Да, только у меня по факту 4 на руках. Бутяж перестал, да? Если я все продам. Ну, он в один день делает лям, а потом ничего не делает 2 недели, пока свет вырубает. А, понял. Смотрю, у него, блядь, нет, был день, когда он сделал прибыль лям за день. Я прям следил. Флипнул что-то, видать. Салахи, наверное. Назадом. Меня зарубили. Сейчас дальков есть. Почти бегу. Может быть, успею даже, конечно, он сам. Я его убил, ну ладно.
Правда, к лучшему. Спасибо, Ваня. Извини. Да, ладно, уж поздно, лишь бы в центре не Ой, мы лезть. в говне. Конечно же, он выиграет за тебя, стоя. Молодец. Хорош, Нет, нет, пацан. нет, нет, нет. Да хватит. О, вот это он мне убрал. Крушон просто хочет показать сейвы свои. Блять. У меня я заберу блешку. Далька. Да, там Далька один. Меня просто игра ставит почему-то в нападение теперь. Хорош. Не-не, только не рука, пожалуйста. Да него обычно нормально выбрасывает, просто что-то. С тобой есть. Я не успел там открыть. А там было открыто. Можно было мне дать дальше. Твой? Угу. Давайте, блядь, мяч за контролем по-братски. И... Ну, да не, сейчас просто холд немножко не туда дал, все нормально. Бывает. Если вперед побежали, вроде я успел остановиться. Контролил. Я вообще не туда дал, но... Ладно, пробуем еще раз. Блин, я сейчас снова Сани давал, нахуй. Контролем мяч. Все нормально. Пойдем левым фланг. Да, посходил. Так, они... Да мог поспрейти, говно игра, блядь. Ой, блядь, он тривел и ебанул. До свидания. Ага, нет. Конечно. Что? Есть. Нет. Хорошо. Таран ох. Не может против Филейни. Бля, я там Лёне мог дать нормально так сексуально. Фу. Ох. Ну, попробую быстро навесить, если будет варик. Хуй. Варик-то был. Дальний есть. Перевести можно. Продлю. Ага, сейчас погоди. Сдохну сначала. Под тобой есть. Неплохо. На второй бы. Он пух. Пойдет. Вперед сразу, а? Бля! Как он прервал. Ленечки правкат был. Охуенно, он просто фк постоял. Тихо, 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 тихо. Держу, не дайте перевести, хорошо. Тише. Нормально. Назад, вперед. Назад. Не-не-не. Они там еще насели. Если не видишь впереди, это раз... Как его? Вадим. Не успокаивай. Нет, я знаю, так что Вадим. Придержать, потому можно что, и на типа... ЦЗ дать. Это не страшно. Да, разряжай это называется. Забыл слово, бы. Есть. Вань, ну... Ладно. Блин, что так далеко? Обрезов многовато, ребят. Очень, да. Я пойду. Давай, давай. Хорош. Ой, по писюну дали. Сейчас... Дарк сразу смотрите. Центр поля будет мяч. Я просто мимо... Все нормально, все нормально. Дальняя, дальняя надо. Дальняя. Пойду. В центре поля мяч у меня будет забегать форвард. Угу. Потому что они высокой линии играют. Так, блядь, страховать надо аккуратнее тут. Откройте под него, кроме сзади, еще спереди. Да, ну, у меня игрок подвисает. Далька. Там уже... Ой, хорошо. Там офсайд, да там офсайд, чуть пораньше был. Да не, он там хорошо забежал-то, чуть раньше. Поднимись, а еще ранее, край. Ну, ты долго. Да, ты возьми 7-го, я 69-го персонажа сейчас. А, не знаю, завтра разыграют, ебись, по кайфу. Пиздец тут чипи. Жри. Ноги. Да, спокойно. Не, ну, не поднимай, не поднимай. Пробуй. Бля, чё ж так? Ноги что ли дал? На ход надо было нажимать. Блин, не рано, рано мяч подняли, там можно было еще не замыграть. Ой? Красава. О боже. Что за игра? Пробегись и разверни. Ладно, аркаду, только аркаду. На погнали, на дальке. Блять, прострелить хотел по линии. Зря сделал этот ебаный ролбол. Нормально, хороший. Там бешеный. Скину. А, нет. О, боже. Разряжай. Хорош. Разряжай.
Хорошо. Хватает тебе, конечно, финтов, блядь, разворотов. Вон. Мощно? Мощно? Да. Уер! Раз, два, три. Чей будет? Сейчас мы смотрим на бабу. Баба, баба. Женщина, а прикиньте, короче, прикиньте, судья с прической вот такой вот там за какую-то спорную специально болеющую. Предвзятую судью. Блин, на, ему поебал. Тихо-тихо-тихо, беги с ним до конца с ним беги. Я заберу большого. Нормально, все нормально. Не-не, все, все нормально, не очень нормально. Так, блядь, все отлично. Блядь, сейчас багов не случилось никаких. Этот пас, блядь, был головой, но он принял. Как-то он это умудряется делать. Все-таки он умеет сильно хуйнуть там, где не надо. Я просто вот так дам. Ему заплатили, нахуй. Может, крутой. Сайт как. Слишком аркада, слишком аркада, ребят. Со второго темпа должен закинуть. Ну, затолкали, все, фул. Это допы, блядь, ебаны. Бля, меня не тянет, я прям... Мертвыми игроками. Допов не будет. В смысле? Второй матч? Это кубок. Я тебе дам, допов не будет. Раз только потише проебать на 90-й. Да, он шутит про то, что мы проебем сейчас. Я понимаю. Не все поняли просто. Еще есть... Время попривести. Блядь, там нету никого? Ладно, будет допы. Я курить. Не выходим из матча, играем допы. Ой, я... Не, ну владение у нас вообще ёбнутое. 63%. Толку нихуя от этого пока. Блин, какая надо... у меня схема уродская, просто пиздец. Просто надо, ребята, ударить по мячу, понимаешь? Да, надо... Хорошая схема. Я тебя услышал, Холланд. Надо довести. Спасибо. Надо довести, да. Не летят. Надо довести до этого. Довести до привала, я понял, хорошо. Нормально схема, мы так и когда-то играли. Одна из самых наших успешных схем. Ну, Ваня даст мне добро на один лонгшот, поэтому... Конечно, да, если ты забьешь, без проблем. А если не забью, скажу, что я хуесос, погнали! Не-не, хуесос. Это будет справедливо. Я знаю, что ты меня слышишь. И центр, и сюда. Ага. Я хуйню сделал, извините, у меня крыша поехала. Нормально. Отвоевал. Ну, ты поиграй, это нормально. Я подойду и заброшу, давай, беги. Ладно. Блядь, и сори. Все страшно, бывает. Я видел, как Ваня говорит, это постоянно скидывает куда-то. Не туда. Нормально, Райк, все хорошо. Прям вот Ваня отвоевал мяч, который мы потеряли. Еще сюда. Это неплохо. Это мне идет. Да, очень хорошо. Тихо-тихо-тихо, я поборюсь. Еще? Ну, сказать честно, я тебе и давал. Ой, блядь. Ой, хорошо. Хорош. Повыся, 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 повыся. Слуда много, ребят. Спокойней, блядь. Понял? Витамина мало зато. Он сейчас опять назад нас, походу, блядь. Мы тебе готовы к этому. Сейчас думаю, нет. Уйдите. Ой, блядь. Ага. Так я бегу. Поменяйтесь, не думаем. Да. Хорош. Так. Ладно. Да мне едим и зайди. Ладно. Можно назад, а едим и зайди. Ой. Блин, какая-то анимация ноги, блядь. Да. Спокойненько. Там хорошо было. Есть справа. Еще есть справа. Я просто уже так забегать стамины не будет, конечно. Это неплохо. Да блядь, ну почему он не бежит до конца? Даже не будет. А, не будет. Я подойду. И навешу на полукруг. Нихуясь. Ладно, я на брыжку. Даю. Тихо, оттяну. Хорош, Вань. Хорош. А, красиво разыграть. Грузи на дальку. А, скинуть? Нет. Блять, ебущий полукруг, нахуй. Хорош. В этом была тактика. Бля, хорошо, хорошо. Так, ладно, ребят, сейчас будет гол.
Давай. А куда? А, я не знаю, куда он полетит. На 11 как бомб даст. На 11, ладно. Чекайте. Вешаю. Я же говорил, почти. Блядь, холод последний. Чуть решили. Меня притянуло хуйню. Не бля, что ж ты мне вернул у него фланг? Я же стою прям с игроком. Бля. А, ну ты там головой выносил, ладно, там, наверное, тяжело. Бля, я не хочу пенки бить, я же не забью, потом будут все вспоминать мне. Да похуй еще. Ладно, согласен. Я слышу, что? И что? Мне попить нельзя? Я успокаиваюсь. Это медитация. Давайте, нахуй. Ну, сейчас мало стамины. Давайте через центр покатаем просто. Только не в плане того, что мы будем сейчас катать в защите и все. А в плане того, что мы ромбик сейчас построим и будем через него мячик катать. Жестко. Хорошо. Ладно. Подойдите, цапа. И фору чуть-чуть. Я ищу, чтобы на другой перевести. Вот покатали и сразу забили нахуй. Пожалуйста, да, блядь, удар нажал. Охуеть! Да не, он там тоже нажимал удар, если что. Я верю. У нас Лёня за всех удар жмёт. А, Дима типа нажал удар. Да все там нажали. Дмитрий. Он еще не нажимал. Погоди. Я понял, что про штору. Че, объяснил тогда, я понимаю, про штору. Я еще. О, он сейчас мне под удар скатит, нахуй. Эх, заигнорили. Дандалька есть. Пизда, ребята. Нормально. Бляй, как же повезло. Да. Я бегу к нему. Не надо. Далька. Запрос будет делать. Они без стамины не смогут убежать. А мы со стамины, пизда, нахуй. Ну, у меня фулл стамина почти, нормально. Ну, у них в защите тоже стамина есть, я тут поглядываю. Только у них вратарь повыше-то, надо его. Наказать, да? Наказать, бля, надо его, Хорош. Стой. Раз. Фланг. Сейчас еще забросика можно так. Именно нас играет. Кто, блядь? Оля, люблю такие на последние минуты штрафные, знаешь. Такой позор, блядь. Так, все, спокойно. Ну, только держись. Ваня, только выйди отсюда, пожалуйста, из этого мяса. Я попрошу тебя. Ворота встану на штаны. Выиграю. Конечно же, он выиграл. Ну, нет, там невозможно выиграть. Время, все сходится. Чего у нее такие удары после стали сильные? Нет, это анимация FIFA, что мне нравится, брат. Ну, тут стандарты, блядь. Ой, я там просто пришил кого-то. Чисто когда хотим угловые потренировать. Ой, эти пенальти. Все, давайте сейчас фулл концентрация. Выше, вышли. Там вот была такая концентрация. По третья линия. Давайте еще на одну выше линию. Да хватит. Валик, мы не успеем. Да и не надо за ними успевать, они в офсайд бегут. Какой офсайд, блядь? Нам потом еще обороняться дальше. Это еще пенальти играть после такого. Куда мне вытянуло нахуй игра? Нормально. Ой, Ваня проиграет. Вперед все, не убегайте сейчас. Да все, молодцы. Слава богу. Мы выебали этих бойцов. Я разъебал их вообще просто в нулину. Так, у нас еще один матч, но через 15 минут сейчас узнаю. Не готовы ли типы пораньше сыграть? А, если легко они, было. Если они не готовы, то мы сыграем сезон. То мы отдохнем 10 минут. Не-не-не. 10 минут мы не отдохнем, потому что нам еще 10 минут придется ждать. Мы отдохнем 20 минут. Сейчас я подумаю. А у меня продался Аркадий Шмелик за 19500 тем временем. X Eden 10 Азар. Блядь. Ладно. Кто следующий, Вань? Депортива?
Что там? И портило. Так, за сколько там у ТВ дебалу надо поймать? Я курить тогда попал. Ебать, я три утого дебала поймал задешево. Так, сколько донарума стоит? Донарума 25. 25 500 можете забирать. Так. А Рубен Диш сколько стоит, Вань? Что? Рубен Диш всего 24. Ладно, за 25. Со мной общался один. Да, да. Рубен Диш сколько стоит, хотел спросить, может, ты знаешь? Да. Я, конечно, знаю.